Гордость советской армии. Грузовик ЗИЛ-131. Первый экспериментальный экземпляр грузовика ЗИЛ-131 был создан в 1959 году, но на конвейерную линию он попал только в 1966 году. На грузовик установили двигатель объемом 6 литров, мощностью 150 лошадиных силы. Расход горючего при таких параметрах составляет 40 литров на 100 километров. У грузовика три оси, и все они ведущие. Постоянно ведущими являются две оси, которые располагаются сзади. Для большего комфорта водителя установили гидроусилитель руля. Коробка передач пятиступенчатая, работающая на пару с двухступенчатой раздаточной. Максимальная скорость ЗИЛ-131 порядка 85 км в час. За кабиной располагается кузов с деревянными бортами, по периметру которых имеются откидные скамейки. Таким образом, грузовик перевозит около 24 человек. Кабина вмещает 3 человек. Для лучшего обзора установлено панорамное лобовое стекло, разделенное на две части. Грузоподъемность грузовика составляет 3,8 тонны. Если вы ездили на ЗИЛ-131, то напишите свои ощущения в комментариях.